Не знаю, что ты слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей. Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечивать. У нас есть зерно и скот. Помнишь, мы думали, что так жить невозможно. А вот у нас получилось. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда потом. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. А ведь может быть иначе. Ты совсем как Марлин. Привет. Это Бакли. Сторож он никакой. Хороший пес. Но с ним веселей. Эти гении восстановят электростанцию. На этот раз все получится. Не веришь? Я так не говорил. Ставлю 1 000 000 баксов, заработай. Ага, ставлю 2. Все почти готово. Им просто нужно приладить щит. Спокойно. Так, вот хорошее место. Должно выдержать. Слева. Берегись! Жми! Поехали! Вас тут немало. Мы все получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Чего не в Бостоне? Да вот, ввязался в одну авантюру. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну, выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? Она да при мне ты. Вдохнула столько спор, что хватило бы 10 рым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они. Мне много не надо, Томми. Дай простую снарягу, и я отправлюсь в путь.
С чего ты взял, что я соглашусь? Да ради себя, Томми. Ради твоих парней. Я теперь семейный человек. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, прошу тебя. Нужна снаряга? Бери. Но с девчонкой своей возись сам. Вот она, благодарность. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет, а ты решил повыделываться, малыш? Ты не в Бостоне. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Да... Что это за хрень? Черт, на нас напали! Что, убивать не разучился? Нет. Черт! Бандиты! Остановите их! Не пускайте внутрь! Где этот хрен? Видите что-нибудь? Мы их видим. Идем к мосту. Бандиты хотят проникнуть внутрь. Выбраться можем? Нет, мы в ловушке. Мы идем к тебе. Оставайся. Они здесь. Элли, прячься. Мария, проклятие. Thank you.
Начни! Быстро к девчонкам! Да, я бегу. Джоэл, действуй. Твою мать! Черт, еле отбились. Ты цела? Да, да, цела. Джоэл, в общем, да. Они бросились со всех сторон, ясно. А Мария такая, всем слушай. Бежать. И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул. Тише, тише. Слушай, и мы... скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Я просто не смогу с этим жить. Ты знаешь, сколько людей мы сегодня потеряли? О чем это они? Случайно не обо мне? Потом поговорим. У лаборатории. Элли, поговорим потом. Потом? Ну-ну. И что с того? Одна ошибка, один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь? Иди. Мария. Мария. Началось. Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Она беспокоится. Да, я знаю. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Пойду скажу Элли. Повтори, не понял. Джоэл! Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смылась. Е-мое, куда? Пошли. Она только что ускакала. Вернись назад, хоть убраться поможешь. Ладно. Тихо. Осторожно. Вон, да. Там следы. Ну? Она не могла далеко уйти. Мы ее найдем. Вот упрямая. Часто такие приколы? Таких еще не было. Не знаю, в чем дело.
Сюда она не пошла. Хренища. Эй, он здесь. Обойди их, я прикрою. Больше нет. Теперь идем к лошадям.
Но! Следы ведут сюда. Только бы до нее не добрались. Наша лошадь, она должна быть там. Пошла. Вроде никого. Осторожно. Элли! Элли! Я здесь! Ах ты, Господи. Я постерегу. А вам явно надо Вот ее комиксы. Это правда все, что их волновало? Парни, кино. Какую бы лучше маечку надеть? Хм, так странно. Вставай, мы уходим. Пошли. А если я не хочу? Ты хоть понимаешь, что значит твоя жизнь? А? Взяла и убежала из идиотской прихоти, как глупый ребенок. Значит, мы оба друг друга разочаровали. Что ты от меня хочешь? Признай, что ты мечтал меня сбагрить. Томми знает эти края лучше меня. Да плевать!
Ну, извини, ему я доверяю больше, чем себе. Хватит прикидываться. Чего ты так боишься? Что со мной будет как с Сэмом? Я не могу заразиться. Я могу за себя постоять. Сколько раз мы чуть не погибли. И тем не менее, до сих пор живы. Томми сумеет лучше о тебе позаботиться. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли. И я... Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мне жаль твою дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Так что не говори, что с Томми мне будет лучше. С Томми мне будет еще страшнее. Ты права. Ты не моя дочь. А я тебе не папочка. Тут наши пути расходятся. Завязывайте, мы не одни. Двое на подходе. Внутри их еще больше. Иду туда. Глянь, что там. Где же эта сволочь? Иди вниз. Начнем!
Порядок. В доме чисто. Пошли назад к лошадям. Никого. Помочь тебе? Я сама. Пошла. Вот и дом. Вечером кино будет. Где лаборатория? Далеко, в университете Колорадо. Гаудамус. Элли, слезай с коня. Верни его Томми. А этого я заберу, если ты не против. Ну что, два раза просить? Я не понял. Опасаюсь твоей жены. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой. Давай хоть поговорим. Ну что говорить, я все решил. Значит, в Колорадском университете. И где она там? В научном корпусе. Такая, как зеркало. Не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады. Знай. Готово? Готово. Адьос, братишка. Пошла.